Итак, всех приветствую. Вы смотрите Игон Спенглер Classic Games. И сегодня я хочу пройти игру Mortal Kombat 5. Игра на движке Street Fighter от той же компании. Давайте посмотрим, что у них получилось. Погнали. Йоко представляет Mortal Kombat 5 Turbo 30. Так, опции смотрим. Вот смотрите, нажатием клавиши А мы выбираем уровень сложности. Легкий, сложный, нормальный. Так. На клавишу Б можем прослушать музыку и звуки. А нет, только музыку. И нажатием на Select включаем или выключаем бессмертие. То есть в этой версии игры можно сразу сделать персонажа бессмертным. Так, турнир. Значит, Йоко, 1996 год, все права защищены. Так, выберем Sub-Zero. Значит, вперед и одновременно АБ. Он делает заморозку, которая просто атакует по факту. Как видите, здесь есть финиш хим. Вот Кан меня победил. Так, в общем, вперед АБ пустить лед, а вниз вперед АБ взять подкат. Вот так вот. Так, моя победа. Финиш хим, добей его. Сомневаюсь, что здесь есть какие-то добивания. Наверняка есть только суперприемы. Финиш хим, добей его. Саб-Зиро победил. Далее Сова, то есть клон Сони. Так. Победа. Самый незатянутый из всех Mortal Kombat 8-битных. Именно вот этот Mortal Kombat от Йоко. Финишер, добей ее. Я победил. Далее Кану. Ну, либо его клон. Нет, Кану. Здесь даже музыка из Street Fighter от Йоко. Да, и движок такой же. Нет, я победил. Апперкот, ваш верный друг в этой игре. Финиш хим, добей его. Лед здесь не замораживает, просто наносит урон. Так, я против Шенга. Видимо, клон Шансунга. Да, это клон Шансунга, видите, он даже превращается в других бойцов. Вот в Райдена превратился.
Он меня, к слову, одолел. Один ноль в его пользу. Победа. 1-1 в мою пользу. Точнее, пока ничья. Локация, кстати, из первой части. Логово Горро. Моя победа. Следующий Кано, либо его клон, да, Йоко. Клона зовут так же, как и компания, как называется компания разработчиков. Один ноль в мою пользу. У этого Mortal Kombat не очень хорошая репутация, но в целом играется прикольно. Моя победа. Далее Райден, да, бог грома и молнии Райден. Добей его. Облака интересно сделали, как будто дым. Моя победа. Следующий Лю Кэнг. А точнее его клон Лю. Ну или просто его так назвали сокращенно. Может и не клон. Добей его. Sub-Zero wins. Хорошая вариация, кстати, мелодии. Чистая победа. К сожалению, сбросить с моста здесь нельзя, как в 16-битном оригинале. И вновь против Лю Кэнга. А, нет, да, тут был клон просто Лю. А этот именно Лю Кэнг полностью написано. Это настоящий, значит, тут клон. Моя победа. Далее. Второй раунд. Добей его. Моя победа. Так, Sub-Zero против Скорпиона. Так сказать, классическая битва. Кстати, в зависимости от того, в какую сторону нажимаете, все удары делаются на А. А Б это чисто блок.
Ну, как по классике, здесь уже от блока жизни отнимаются. То есть, как ни крути, а в этом Mortal Kombat управление приближено к классическому. Именно как 16-битным. То есть делаем удар на кнопку, делаем блок на кнопку, а не назад, как в Street Fighter или как в других 8-битных Mortal Kombat. Так, 1-1, ну ладно. И даже есть финиш хим, хоть как таковых добиваний здесь нет, просто подходишь и бьешь как тебе угодно. Все, моя победа. На грани, можно сказать. Так, Саб-Зиро против Лю Кэнга. А, нет, Шенга. Перепутал. То есть против клона Шан Цунга, который может превращаться в любого бойца. Так, пока что моя победа. Как будто скелет держу, смотрите, руку поднял. Поднял, то есть. На тебе. Нехило так-то сразу треть здоровья апперкот снимает. Так, его победа, ну ладно. Шенк победил 1-1. Моя победа? Да. Саб-Зиро против... против своего клона Зу. То есть Зу это клон Саб-Зиро. Моя победа. Еще мне нравится, что между раундами музыка не прерывается. Она играет и играет. Все-таки свои плюсы в этом Mortal Kombat и есть. Но самый большой его плюс это незатянутость. Добей его. Саб-Зиро против Флэша. Флэш это клон Райдена. Ну что могу сказать, молодец. В чистую, ой, в сухую, то есть. Назад, кстати, назад и одновременно АБ это подсечка. Вниз и одновременно АБ, апперкот. Моя победа. Вообще на грани. С
Саб-Зиро против Лю, то есть клона Лю Кэнга. Один ноль. Ах ты, блин, 1-1. Все, моя победа. Саб-Зиро против Сони. Да, здорово здесь Соня, смотрите. Качок такой. И посередине на ковре логотип компании разработчиков Йоко. И на статуе, под статуей Горо, а также слева и справа от статуи, смотрите, тоже Йоко. Мне кажется, Соню здесь слишком здоровую изобразили. Чистая победа. Flawless victory. Саб-Зиро против Шенга. Опять против клона Шан Цунга. Победа. Моя победа. Саб-Зиро против, наверное, своего клона. Да, против Зу. Обоюдный удар. Моя победа. 10 секунд буквально. И раунд заканчивается. Кстати, пригибаться не помогает от метательных атак. По крайней мере, при игре за Саб-Зиро. Победа. Так, Саб-Зиро против Кана, а точнее его клона Йоко. Моя победа. Чистая победа. Congratulations, Саб-Зиро. Перфект. Тут написано, если чистая победа. Так, Саб-Зиро против Шенга.
Так. Моя победа. Второй раунд. Fight. Отлично. Победа на грани. Саб-Зиро против Саб-Зиро. Причем, заметьте, мой по расцветке выглядит как Рейн из Mortal Kombat Real Ultimate, а его боец как Ермак. Хотя нет, он больше на Рейна похож, а я какой-то очень светлый Рейн. Какие-то здесь проблемы у этого движка, видимо, с синим цветом. То, что кимоно Саб-Зиро должно же быть синего цвета. Но, тем не менее, Саб-Зиро против Саб-Зиро. Зеркальный матч. Я победил. Саб-Зиро против Райдена. Моя победа. Кстати, дабы не быть голословным, давайте я вам покажу, что апперкотом с моста не получится скинуть, как в 16-битном оригинале. Зря ты ко мне телепортируешься. Вот смотрите, вниз АБ, делаю апперкот, и он не падает. То есть с моста не падает. В принципе, прикольно, если бы реализовали такое. Саб-Зиро против Скорпиона. Прошу прощения, это был телефонный звонок. Поскольку я старый фанат охотников за привидениями, у меня на телефоне стоит звук включения протонного блока. Так, дальше Саб-Зиро против Кано. А точнее против уклона Йоко. Обоюдный удар. И снова обоюдный удар. Так, теперь мой удар. И апперкот. Падай. Так, теперь он ударил меня. Не бойтесь подходить близко, делать апперкот, и тогда победите. Либо подсечку, назад БЦ. Ой, то есть АБ. Так, Саб-Зиро против Сони. А точнее ее клона Сова. Ну или Сова. Сова, наверное, все-таки по аналогии с Сони. Ударение. Моя победа. На грани.
Все-таки зачем такую здоровую девушку было делать? Ну, такие мускулистые ручища. Будто хотели мужика нарисовать, а потом в итоге решили, что пусть это будет Соня. Моя победа. Саб-Зиро против Скорпиона. Уже третий раз, по-моему, с ним встречаемся. Третий раз он от меня огребает. Нати. 1-0. А количество очков, смотрите, у меня уже... Оп! Хотел сказать, сейчас будет миллион, но видите, поскольку цифры не влазят, как будто бы обнулились и снова пошли. Будем считать, что это 1 015 660. Вы сами видели, до этого девятки были. Ну, не суть важная. Это просто дань памяти старой доброй аркадной традиции, когда люди при игре набирали очки даже в файтингах. Саб-Зиро против Сони. Угу. Ну, я поведу. Второй раунд. Файт. Моя победа. Саб-Зиро против Райдена. Точнее, его клона Флэша. Который, конечно же, не так крут, как Райден. Чистая победа. Или, как гласит эта игра, Perfect. Великолепно. Музыка хорошая. Ай, подбил. I win. О, зеркальный матч Саб-Зиро против Саб-Зиро. Обоюдный бросок льда. Так, пока что победа за ним. Надо же, первый проигрыш. Нажмите старт для продолжения. О! Вот эти вот звуки отсчета этой Street Fighter. Классные. Так, не понял, почему Скорпион? Я же Саб-Зиро не прошел. Понятно. Ладно.
1-1. Апперкот и подсечка здесь рулят. Саб-Зиро против Сони. Молодец, Саня победила в этот раз. Игра она здоровенная, стыки. Не побоюсь этого слова, бабище. Победа. Саб-Зиро против Лю Кэнга. Я, знаете, пока только что не заметил в арсенале приемов. Это удары с разворотом, или по-простому говоря, вертушку. Победа. Саб-Зиро против Кана. Рано ногу убрал в полете. Победа. Все, я прошел игру. Йоко. Анимация, в общем, супер арты компании Team. Ну, Йоко решили, видите, остаться инкогнито, не назвав имен разработчиков. Ну, имеют полное право. Вот такой вот, я бы не сказал, что сильно динамичный Mortal Kombat. В плане физики управление вам может показаться маленько заторможенным. Но в целом, играется бодренько и проходится быстро. Как видите, лайфбар кончается довольно стремительно, полоска жизни. И бои самые, что ни на есть, не затянутые. Я считаю, это, безусловно, плюс. Скорее всего, я создам еще и рубрику «Игры от Йоко». Хоть они и занимались только файтингами, но я думаю, будет интересно со временем их поприобретать и проходить. Либо все-таки сделаю плейлист, посвященный только вот этой одной части Mortal Kombat. Потому что я посмотрел в интернете список приемов, и они там разнятся. Но чувствую, что механика в целом победы одинаковая.
Я вот что вне записи играл за Скорпиона, также прыгал с ударом, апперкотом там делал подсечки, также абсолютно побеждал, как бы сейчас при вас играл за Саб-Зиро. То есть, с другой стороны, нет большого смысла проходить за каждого бойца. Хватит и одного прохождения, наверное. В общем, буду думать. Ну а когда видео выйдет, вы уже увидите, что я придумал, какой это будет плейлист. Ну ладно. Будем заканчивать. Вы смотрели Иган Спенглер Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи!